предметы, такие как бачки, батончики и так далее? Ну, начать нужно, скорее всего, с того, для чего она нужна, к чему она приспособлена. Это самая сумочка из ткани на тканевой веревочке, и почему гонщики ее берут. А необходима она чаще всего на длительных этапах, для того, чтобы гонщикам не ехать в майке, спускающихся со спины, растянутой весом дополнительного питания на гонку до заднего колеса. Они просят персонал, либо собирают сами заранее, либо просят персонал положить отдельно им определенные продукты питания, допустим, баретки, так мы называем энергетические батончики быстрого действия углеводного, а также бачки. И существует такой способ подачи питания, в основном на многодневных гонках или на длительных однодневках, там, где проще стартовать с пустой, не набитой майкой и получить питание на протяжении дистанции. Ну а способов именно взятия, принятия этой питательной сумки, у каждого техника абсолютно разная, и кто-то говорит, что нужно брать с прямой рукой, с не согнутой рукой в локтевом сгибе. Мне же наоборот всегда было удобнее брать с чуть-чуть согнутой рукой. Ну а про негативные примеры ее взятия могу отметить нашего гонщика в нынешний момент «Газпром» Русвела. Я говорю сейчас для всех зрителей постсоветского пространства о Сергее Николаеве. На одной из многодневок он на одном этапе упал 4 раза за этап, когда не мог взять правильно эту самую сумочку. Что-то постоянно дослучалось. Вроде даже как он сам отмечал, что в один из моментов передачи сумел запустить эту самую сумочку в переднее колесо, тем самым получил эффект палки в спице, ну и, соответственно, перевернулся. Это печальный опыт. Нужно всегда помнить о том, что не только гонщик должен уметь правильно брать эту сумочку, вовремя схватиться за нее и ни в коем случае не раскачивать, чтобы, как Сергей, не запустить ее в колесо. Но и тот, кто подает, сам персонал, должен иметь в виду, что долго задерживать ее нельзя или как-то в определенном моменте натягивать, не отдавать эту питательную сумку, тоже категорически запрещается. Ну а если мы с вами вспомним о напряжении рук во время передачи чего-либо, то проще всего прибегнуть к помощи трековых правил, правил передачи эстафеты на гонке трековой, на гонке Мэдисон, где оба партнера в гонке при передаче эстафеты должны иметь единое напряжение в руках, чтобы не упасть. Что ж, действительно, мы в профессиональных гонках часто замечаем инциденты, которые с этими мюзетами связаны, но, поверьте, сам по себе мюзет спроектирован так, чтобы минимизировать опасность подобных инцидентов. Чаще, скорее даже, какие-то проблемы возникают с велокурткой, велонакидкой, и от нее избавляться гораздо сложнее, да? Да, ну, от верхней одежды, от одежды от ветряков, от дождевиков труднее всего избавляться в группе при боковом ветре. То есть очень тяжело удержать равновесие при порывах. Проще всего заехать за дома. Вот, например, сейчас заехали гонщики, заехал пилотон в жилой квартал, где наверняка не будет таких экстренных порывов ветра, и можно будет своим корсетом мышечным своего живота и широчайшими мышцами спины легко удержать велосипед без рук, что нельзя ни в коем случае делать, повторять на при боковом ветре, будучи незакрытым пилотоном. Ну а пока нас картинка покидала, пилотон из 6 минут сократил на 1:50, и отрыв всего 4 минуты 10 секунд достаточно сильно увеличила скорость
основная группа, преследуя отрыв. Ну и гонщикам в отрыве приходится повторять вчерашнее построение вертушки, но вчетвером это делать очень трудно, безумно трудно. Колесо или вертушка, как еще называют данное построение, предусмотрено для гонщиков минимум из 5 человек, а то, что сейчас демонстрируют гонщики вчетвером, это, конечно, очень трудно. Это необходимо максимум на спусках для того, чтобы скорость всегда наращивалась, ну а на равнине это издевательство над самими собой. Но, тем не менее, гонщики пытаются, гонщики сражаются со временем и с самими собой, со своей ленью. Ведь тяжелее всего в отрыве преодолеть самого себя и свое эго. Как гласят многие великие велогонщики. Ну и если мы вернемся к истории тура Калифорнии, то чаще всего на туре Калифорнии это удавалось сделать Леви Лифаймеру, который одержал победу в 2007 году за Discovery Channel, а уже в 2008 и 2009, выступая за Астану, сделал некий хет-трик, выиграв 3 раза подряд эту многодневку. Ну, его рекорд не побит до сих пор, потому как все выигрывали лишь по одному разу весенний тур, тур Калифорнии, тур этого штата, к истории которого мы вернемся чуть позднее. Да, ну, кстати, не всегда тур Калифорнии был весенней гонкой. Первые туры проводились, если не ошибаюсь, в феврале. И четырьмя победителями были американцы. 3 Леви Лайфхаймер и 1 Флойд Лэндис. Первый тур это был. А вот с тех пор, как тур Калифорнии переехал начал на Джиро де Италия с 2010 года, если я правильно говорю, там и австралиец Роджерс победил, и голландец Хессинг, и британец Брэдли Виггинс. Ну а в прошлом году словак Петер Сакан. Так что из исконно такой американской гонки, хотя составы всегда были интернациональные и достаточно сильны, эта гонка стала очень и очень открытой. Ну и да, теперь проводится в середине мая, проводится во время Джиро д'Италия. Многие переживали, что из-за этого, может быть, пострадает качество гонки и качество составов, но нет, многие выбирают именно тур Калифорнии в качестве подготовки к Тур де Франс. Ну и, соответственно, конечно же, составы тут очень даже приличные, этот год не исключение. Да, ну и посмотри, обрати внимание, насколько сильно наращивает с оставшимися километрами до линии финиша основная группа скорость. У нас остается у отрыва в запасе всего 3 минуты 25, и это ничто за 50 километров, учитывая то, что команда лидера сейчас впереди, и чуть было не ошибся я, сказав о том, кто ведет сейчас пилотон, называя родного брата, хотел назвать родного брата Петера Сагана, Джерая Сагана. Ну и ветер сегодня относительно комфортный, судя по тому, что мы видим картинку с вертолета. Группа расположена по обе стороны от основной струны, вытягивающейся за догоняющими отрыв гонщиками. Ну и Саган находится в абсолютном комфорте, он спокойно встает с седла, разминая ноги, разминая пятую точку, разминая все мышцы, которые потребуются ему в финале, в завершающей части второго этапа. Ну и вот в этот момент к российской команде Тинькофф подъезжает еще несколько коллективов. Это и Direct Energy, это и Трек Сегафредо, если не ошибаюсь, и видим мы, как активно они действуют, рассчитывают на своих финишеров. Ну и это говорит о том, что с большой долей вероятности сегодня нас ждет очередная спринтерская развязка. В очередной раз спринтеры должны разыграть победу на этапе. Ну и что касается конкретно сегодняшнего дня, то спринт, скорее всего, будет с достаточно сильным встречным ветром. И силовые спринтеры должны выйти на первый план. Ну а что же, в целом это подходит Кристофу. Но вот вчера норвежец не очень впечатлил. Я думаю, что сегодня он должен уже вкатиться, в конце концов, акклиматизироваться. Это другой континент, не так просто
сразу же войти в тонус. И надеемся мы, что гонщик российской команды «Катюша» сегодня покажет себя во всей красе. Вчера Саган, гонщик другой российской команды, был королем, был сильнейшим. Ну и посмотрим, как дальше будет складываться гонка. В принципе, я думаю, мы с тобой не расстроимся, если все этапы между собой две российские команды поделят. Это было бы здорово. Ну и говоря о климатизации, ты очень верно подметил, потому что климат в штате Калифорния неплохой. На большей части территории штата климат является средиземноморским, с дождливой зимой и сухим летом. Потому и влияние океана снижает разброс температур, приводит к прохладному лету и теплой зиме. И, несомненно, к такой погоде нужно адаптироваться гонщикам, спустившимся с высоты. Более всего важны первые дни начала многодневной гонки. Обычно организм каждого из спортсменов реагирует индивидуально, но первые двое суток может быть на каком-то вбросе гормонов, выработанных за счет нахождения на высоты, спускаясь гонщики на равнину, переносят легче, нежели дни последующие. Ну и посмотрим. И говоря про калифорнийский холодный ветер, надуваемый океанским течением, можно сказать, что вдоль берега часто стоит туман. Ну, гонщикам в первые два дня он не попадается. Ну, Атар, я хотел тебя спросить, останавливали ли хоть раз на твоей памяти тур Калифорнии, ведь он является сейсмически опасным. Сейсмически опасным штатом, на его территории находится огромное количество кратеров. Ну, знаешь, на моей памяти его не останавливали по этой причине, хотя, возможно, какие-то изменения маршрута бывали, но так сразу не вспомню. Хотя тур Калифорнии, поскольку гонка достаточно молодая, я смотрел самые первые версии, тогда это такая была революционным стартом на территории США, и шли активные разговоры, что вот-вот должен появиться четвертый гран-тур сезона, который полностью будет проходить в Северной Америке. Ну и вот именно с вулканами, с сейсмической активностью каких-то инцидентов я не помню. А вот на другой американской гонке, которая проходит в штате Колорадо, речь о USA Pro Cycling Challenge, какие-то похожие случаи точно были. Мы эту гонку, скорее всего, будем и в этом году показывать. Я думаю, там уже к этому вернемся. Но вообще вопрос интересный. Знаешь, из-за чего только гонки не останавливали? Из-за опасности терактов и из-за поездов, которые не вовремя проезжали и перекрывали путь гонщикам, и даже и недавно бельгийскую гонку остановили из-за очень крупного завала. Чего только не происходило, но вот землетрясений, если честно, я не припомню. Даже, по-моему, наводнение было как-то раз в Голландии на одной из гонках. Там затопило небольшой регион, и гонку пришлось перенести на несколько дней. На Милан-Сан-Ремо в этом году был камнепад сильный, и трассу меняли, пусть и совсем чуть-чуть. Это не коснулось там Поджио, Чипреза и других знаменитых подъемов, но велоспорт, наверное, в том числе тем и привлекателен, что едут абсолютно везде, по сути. И действительно, в велоспорте можно столкнуться с чем угодно. Ну и в том числе можно наблюдать за красивой природой, памятниками природы и архитектуры. Я думаю, если мы сегодня или в ближайшие дни на пути столкнемся с какими-то интересными достопримечательностями, обязательно о ней расскажем. Ну да, да, сейчас улыбнутся, конечно, любители нашумевшей в одно время детской игры для персональных компьютеров, потому как имя одного из геологических разломов, наиболее известного для местного населения и для населения прилегающих регионов, является разлом Сан-Андреас. Вот. Ну и Атар был абсолютно прав, что ни разу гонку из-за погодных условий не останавливали, потому как последний действующий вулкан Ласен Пик был задействован за
1900-е годы. Всего два раза он сработал, всего в 14-м и 21-м годах, если можно так говорить о «Вулкане». Ну, поэтому гонщикам не нужно бояться, что... Вполне возможно, он, конечно, проснется, но для этого нам с Атаром, возможно, придется прибегнуть к сейсмологическим прогнозам, которые сейчас не предвещают чего-то ужасного. Ну а отрыв у нас продолжает вести 3,5 минуты, и из 141 гонщика на вчерашнем этапе на старт сегодняшнего вышло всего 140, либо, может быть, кто-то сошел сегодня в начале этапа до начала нашей трансляции. Группа продолжает двигаться в достаточно комфортном режиме. Вы можете посмотреть это по тому, как гонщики распластались по всему дорожному полотну, по обеим полосам, чего не бывает на скоростях за 60, когда попутный ветер кажется встречным, когда любой боковой кажется шквальным, и гонщики борются за позиции, пытаясь найти как можно менее затратную позицию для того, чтобы довести себя более свежими до финиша. Ну и коллектив лидерский, коллектив команды Тинькофф, Питер Сагана сейчас с удовольствием пропустил вперед Грегори из других команд для того, чтобы оказать себе самим помощь, для того, чтобы другие команды вышли и поработали тоже. Данной тактикой пользуются не только они. Данная тактика стара как мир. Ну и, Атар, скажи нам, пожалуйста, как ты считаешь, все ли этапы будут такими солнечными, как сегодня? Посмотри, как пот выступает на руках спортсменов, начавшихся взбираться в перевал. Знаешь, обычно в это время года в Калифорнии погода благоприятная. Не знаю, что будет, когда полезут по-настоящему высокие горы. Тут бывают вершины за 3000 метров даже иногда. Должно быть все здорово. Ну и посмотрите, хорошее настроение Бенджамина Кинга. Улыбается он в камеру, несмотря на то, что от их 7-минутного преимущества осталось всего 3,5 минуты. Ну и я, в свою очередь, знаешь, хочу такой вопрос тебе задать. Вот лично для меня, когда дело касается каких-то больших физических нагрузок, комфортнее всего температура в районе 15 градусов по Цельсию, при этом желательно, чтобы не было слишком солнечно. Для велогонщиков есть ли какая-то оптимальные условия или это сугубо индивидуально? И, например, тебе в каких условиях комфортнее выступать? Опять же, это фактор очень индивидуальный. Кому-то проще всего ездить, сейчас назову в пример телезрителям российских гонщиков, братьев Самохваловых, которые обожают дождливую погоду, обожают град, обожают все, что связано с жестокими погодными условиями, для того, для которых, как высказывают свою знаменитую фразу британцы, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Для братьев является это самой комфортной погодой. И раз уж я заговорил о них, можно вспомнить их парную победу на туре Кубани. Они уехали на самом жестоком этапе в проливной дождь и финишировали вдвоем, в то время как группа работала сообща, и у гонщиков тогдашней Итеры Катюшей, существовавшей в течение всего сезона при руководстве Александра Николаевича Токмакова, которого мы называли вчера с тобой в нашем эфире, заслуженного тренера Советского Союза. Вот. И для других же гонщиков комфортной температурой считается точно такая же, как для тебя. Это плюс 15 градусов, когда и не жарко, и не холодно, но при этом скорее бы стартовать, для того, чтобы не замерзнуть на старте. Ну, а если говорить обо мне, то я обожаю жару. Мне проще стартовать, когда другим тяжело, когда все помирают. И не знаю, может быть, это как-то связано с тем, что я любил сауну, любил с самого детства сидеть подолгу в бане. Может быть, это связано как-то с моей генетикой. Но мне нравились старты в Италии под, ну, где было не меньше плюс 40. Тяжело было, тяжелее всего их стартовать было. Я помню, как проехал всего 60 километров на гонке
по трассе Страда Бьянки. Мы стартовали ее в составе сборной России сразу же после чемпионата России по андерам, на котором я работал на представителя российской «Газпром» «Русвела» Романа Майкина. Роман тогда выиграл. Весь коллектив, за который я ехал с Самары ШВСМ, оказался в десятке. И вроде бы нога была очень хорошая. И я прилетел в Италию, стартовал эту гонку. Лидером нашим был Сергей Помощников. И, понимаешь, через 60 километров у меня как будто... Меня как будто занавесили, как будто завесили шторки, и свет у меня выключился. Я не смог ехать совсем, несмотря на то, что самочувствие было прекрасным. На самом деле климатизация имеет важнейшее значение, и даже несмотря на то, что ты привык работать, показывать свою наибольшую физическую активность в определенную температуру, стоит позволить организму привыкнуть. То есть всегда несколько дней необходимы на адаптацию. Хотя бывают такие случаи, как мы проговорили с тобой чуть ранее, когда гонщики спускаются с высоты, и несколько дней организм не может почувствовать этого перестроения и может выдавать высокие результаты. Ну и вот как раз в этот момент начали гонщики сбираться на гору второй категории сложности. Мы видим, что у обладателя гороховой майки и лучшего горняка, гонщика, который вчера был в отрыве, у Оскара Кларка, небольшие проблемы. Он находился ближе к хвосту пелотона, и, возможно, скорее всего, сказывается достаточно длительное присутствие во вчерашнем отрыве. Ну и как раз касательно этой темы, условно говоря, я знаю, что ты достаточно часто пытаешься отобраться в отрыв, и после, условно говоря, дня, когда ты провел 100, и то и более километров, ну, неважно, в одиночном, парном отрыве, насколько тяжело восстановиться на следующий день? И есть люди, которые 2-3 дня подряд лезут в отрыв. Насколько вообще это сложно? Ну, в данном вопросе все зависит от интенсивности твоей работы в предыдущий день в отрыве. Может быть, ты уехал и всю дорогу говорил партнерам по отрыву, то, что у меня лидер сзади, и я не работаю, мне нельзя выходить. И в таком случае ты можешь хоть ежедневно выезжать в отрывы. Но бывает так, что мы предполагаем, а гонка располагает. Именно так я говорю, сравнивая с известными словами, относящимися к одной из, наверное, я буду прав, когда затрону православие. Ведь в православии говорят, что мы предполагаем, Бог располагает. И бывало такое, что с кем-то из гонщиков мы общались на собраниях, нам ставили спортивные директора определенную задачу, а на гонке складывалось так, что кто-то не тот уезжал в отрыв. И было такое, что несколько дней, проведя в отрыве, я говорил то, что сегодня я точно работаю, сегодня буду помогать лидеру или настраиваться максимум на концовку, а оказывался в голове пелотона, где просто поддерживал скорость и, обернувшись назад, понимал то, что до группы приличный просвет в 150-300 метров, или группа вообще встала, ну а почему бы и нет, почему бы не ехать в таких ситуациях. Что ж, ну, мне кажется, что опять же, это тоже для многих индивидуальный момент, и надо попробовать каждому, чтобы понять, насколько это тяжело кому-то. Тут, как ты правильно сказал, тут уже и психологически сложный момент в том числе. Зачастую велоспорте отрывы предполагают то, что там 90, а то и более процентных случаях их добирают. И не всегда легко психологически решиться второй день подряд подвергнуть себя таким страданиям буквально, чтобы в отрыв поехать и вновь, условно говоря, не добиться того результата, на который, ну, все-таки в глубине души, я думаю, каждый гонщик, когда уезжает в отрыв, рассчитывает. Пока у нас есть время до финиша, хотелось бы еще раз напомнить, что телеканал «Евроспорт-1» зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сети с регистрацией СМИ, электронный номер FS77-59264. Телеканал «Евроспорт-1 HD» зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сети с регистрацией СМИ, электронный номер FS77-59264. 271.
Бодро работают гонщики в отрыве, хорошо они проходят этот подъем. Мы видим, что Бенджамин Кинг, по-моему, чувствует себя лучше остальных. Очень долго у него смена как раз в эту гору. Но пилотон продолжает приближаться. 2.40, и учитывая высокий темп основной группы, я не уверен, что все спринтеры в этой горе могут высидеть. Есть опасность, что кто-то отвалится, и тут добрать уже будет очень-очень проблематично. До финиша остается совсем немного, менее 40 километров. Ну, посмотрим, как в дальнейшем будет складываться этот этап. Ну, и тут стоит вспомнить, как бы странно это ни звучало, о задатках горняка Марка Кевендиша. И, может быть, об истории, которую мы с тобой также раскрывали нашим телезрителям и слушателям, про то, как я наблюдал настоящих горняков, едущих во второй группе и в группетах на Giro d'Italia, в то время как Марк Кевендиш влетел за первой группой. Подъем Монте-Катини-Альта, это был 13-й этап 2012 года, и поборолся за финиш с итальянцем Гварньери, и был на нем вторым. Но меня очень удивило тот самый биток, та самая мощь икры Марка Кевендиша, и пусть даже он сидел последним колесом в основном пелотоне, но он сидел. В то время как горняки даже не доехали до подножия этой горы, Монте-Катини-Альта. Множество раз мы в нее тренировались, и если кого-то вспоминать конкретного, то я помню, что поздоровался из второй группы с Павлом Брутом, крикнул гонщику российской Тинькофф слова поддержки. Тогда он выступал как раз за коллектив «Катюши», тоже российской команды. Что ж, посмотрим, как Кевендиш справится сегодня с подъемами. Они для него далеко не простые, учитывая, что пока он далеко не на пике, готовится он к Тур де Франс. Ну и похоже, что для Синдре Сьостада совсем тяжелые времена наступают, начинают он отваливаться от группы отрыва. Но вот что касается Кевендиша, кстати говоря, и вообще вот этих горняков, этих спринтеров, которые способны терпеть подъем, трековая подготовка, она влияет, она чем-то даже помогает. И вот ситуация, когда подъем не самый длинный, надо его буквально вот продавить передачу, заползти в него, тут как раз вот эти трековые навыки с глухой передачей, с расталкиванием, со стартом с места, тем же гитом, например, они, ну, достаточно полезными являются, и зачастую мы видим, как гонщики, которые переходят с трека, особенно последнее время в горах, чувствуют себя вполне комфортно. Ну да, неоднозначное влияние велотрек оказывает на гонщиков шоссейных, прорабатывая, закрывая пробелы, которые они имеют в шоссейной многодневке. Определенно можно сказать, что у всех велогонщиков, перешедших хотя бы на короткое время, на тот же самый месяц сезона, на трековые гонки, повышается сильно педаляж. Педаляж становится, вращение педалей, так называется в нашем виде спорта, таким вот интересным термином, становится равномерным, плавным. То есть, если посадить любителя, новичка в седло и не давать ему всех приспособлений, то что мы увидим? Мы увидим, что человек просто давит на педали. Если переодеть человека в какие-нибудь более жесткие кеды и установить ему туклипсы, то человек начнет немножко подтягивать и давить. То есть более эффективной станет его техника вращения педалей. Ну и следующей стадией были, расскажу сейчас немного о истории велосипедного спорта, были такие мартыны, это велотуфли, которые пристегивались, но при этом отстегнуть ты их сам не мог. То есть гонщики падали, и кто-то из персонала обязательно должен был выйти. Либо ты мог подъехать к стенке, к бордюру, и лишь около них
Извините, нужно прерваться, сказать о том, что отстает сейчас Марк Кевендиш, и да, последним колесом едет Брэдли Уиггинс, сэр Брэдли, который использует данную многодневку лишь для подготовки. И можно сказать, что Петру Сагану сегодня будет не то чтобы легче, но гораздо безопаснее, потому что основной претендент на победу на втором этапе, Марк Кевендиш, проигравший вчерашний финиш, сегодня присутствовать на финальной разборке не будет. Да, ну и, конечно же, это такой серьезный удар по амбициям команды Dimension Data. Потерять Кевиниша не так приятно. Да, конечно, может быть, сумеет он вернуться, но впереди еще одна гора второй категории сложности. Там совсем тяжело придется. Кстати говоря, выпал не только Уиггинс, который готовится к Олимпиаде. И вообще шоссейные гонки сейчас его серьезно не воспринимают, только как подготовку. Не только Кевиниш, но еще и Дилан Грёневеген, который вчера был третьим. Также он выпал из основной группы. А вот команда Direct Energy, как следствие Бриан Кокар, чувствуют себя вполне комфортно и сами задают высокий темп в головке основной группы. А значит, Кокар серьезно настроен. И сегодня мне основное противостояние видится именно Саган против Кокара. И на это будет очень любопытно понаблюдать, потому что, скорее всего, эти два гонщика будут основными претендентами на зеленую майку Tour de France. Оба неплохо себя чувствуют в подъемах, оба в хорошей форме, оба мощные финишеры. Ну, кстати, вот Кокар тоже тот человек, который пришел на шоссе из трека. Кокар очень здорово и Omnium ездит, и отдельные виды также в них хорошие. И, по-моему, на чемпионате Европы как раз Кокар Omnium и выиграл, если я не ошибаюсь. Так что, действительно, Бриан Кокар, гонщик, который продолжает расти, и, возможно, он и является главной угрозой Сагана в ближайшие годы в борьбе за зеленую майку Tour de France. По крайней мере, последние 4 года особой конкуренции у Сагана не было. Он продолжает штамповать эти майки, хотя не штампует этапы. Вот как дело касается побед на этапах, то там Саган вечно второй, хотя этот миф, казалось бы, давно уже развеян. Вчера Саган выиграл, чемпионат мира Саган выиграл, Тур Фландрии Саган выиграл, и там о проклятии радужной майки тоже, наверное, говорить было бы неправильно. Но хочется, чтобы Сагану побольше побед на гран-турах. В прошлом году на туре он 5 раз, что ли, вторым был, если не больше. Это, безусловно, очень обидно. И самое забавное, что Саган, по-моему, вышел на второе место в истории велосипеда спорта по количеству вторых мест. Уступает он, я вот даже не вспомню, по-моему, Эрику Цабелю он уступает. Ну, Цабеля там 40-летняя, 20-летняя карьера, то есть 40 с лишним лет он закончил. Сагану до этого еще, ой, как далеко, а уже на второй строчке. Ну да, можно говорить о том, что отчасти где-то Сагану не везет. Но он при этих, несмотря на эти старые места, столько навыигрывал всего, что, безусловно, гонщик абсолютно топовый. А вот и розыгрыш горной премии. И Кинг, нет, уступает. Кинг на неоптимальной траектории находился, на внешнем радиусе. И сумел Эван Хоффман забрать эту горную премию. Ну и помимо излишних сантиметров, сложившихся и из-за внешнего радиуса. Из-за внешнего радиуса, превратившегося в лишние метры, он, конечно, наработался в отрыве, он водил более длительные смены, что пагубно повлияло на рывок, на экстренную мощность. Ну, а возвращаясь к истории с Мартынами, следующим этапом как раз после них стали контактные педали, которые еще более эффективными. Ученые говорят, что они делают по сравнению с обычными педалями эффективность выше на 15%. Мне кажется, что гораздо выше, потому что если, Атар, мы сейчас сядем с тобой на велосипед в одинаковой обуви, допустим, в кедах, мне кажется, что тебе будет гораздо проще ехать, потому что отдельные участки мышц у меня просто-напросто не работают, потому что я не давлю тупо вниз, а все время стараюсь сглаживать равномерно, да, сглаживать мертвые зоны, и в связи с этим тебе будет ехать гораздо проще, это будет для тебя новым каким-то
видом абсолютно непривычным, но организм через какое-то время адаптируется, а вот организм профессионального спортсмена, тем он и труден, что тебе очень трудно переключиться на любой другой вид активности. Допустим, если взять сейчас Сагана и пойти с ним ходить в горы, то он может проиграть какому-либо садовнику, огороднику, который любит ходить собирать, допустим, грибы. По 6 часов просто в один момент его выключит, гликоген в его мышцах кончится, или он захочет есть и почувствует что-то вроде гипогликемии, устав от нового вида деятельности. Ну а говоря о педаляже и о влиянии трека на шоссейный велоспорт, на шоссейных гонщиков, могу сказать, что в подготовке часто у шоссейников бывает даже зимний станок на трековом велосипеде. Почему на трековом? Потому что на нем бросать, крутить нельзя. И даже вращая педали на станке, ты эффект трека сможешь почувствовать. Эффект трека за счет того, что ты будешь крутить равномерно, а там, где будешь немного ослаблять давление, твои педали будут по инерции тебя проталкивать. Ну и педаляж, естественно, станет более ровным, более гладким, и не понадобится популярные в течение последних 2-3 сезонов овальные звезды, которые, не знаю, сглаживают ли они или нет, но выбор Криса Фрума нам указывает на то, что, скорее всего, сглаживают мертвые зоны, там, где нога велосипедиста должна заваливаться. Якобы эти звезды как раз эту зону помогают предотвратить. Ну и Тинькофф у нас сейчас выходит на первую позицию, пытаясь догнать, добрать последние оставшиеся шансы из 45 секунд на победу гонщиков и из отрыва. Ну нет, 45 это как раз проигрывает Синдре Сьёстад, который отстал от отрыва. Пелотон пока в 3:15. Но правильно ты сказал, что действительно сейчас надо активно работать. По той причине, что пошел спуск, на спуске всегда отыгрывать сложнее. Да, на спуск... Возвращаемся на дистанцию второго этапа тура Калифорнии. Очень быстрый спуск, и вообще в этом есть определенная опасность американских дорог. Тут, казалось бы, хорошая такая дорога, гладко положенный асфальт, хорошо просматриваемые повороты, можно развить большую скорость, но в этом и определенное коварство кроется. Иногда немножко песка может высыпать с обочины, иногда можно не рассчитать свои силы, предположить, что поворот не слишком крутой, а затем он нырнет еще сильнее. И, конечно, тогда в таких случаях бывает очень опасная ситуация. Трое гонщиков у нас впереди. Это Бенджамин Кинг, Эван Хаффман и Уильям Барта. Ну и пелотон все в тех же 3:15 на данный момент, хотя ждем мы обновления графики уж очень давно. Она показывает одинаковое отставание. Начинается еще один подъем второй категории сложности, последний в рамках сегодняшнего этапа. После этого спуск и равнина вплоть до самого финиша. Ну и время отставания в 3:15, сохраненное отрывом, подтверждает нам с вами слова Атара о том, что спуск гораздо выгоднее для отрыва, для малого коллектива, либо для одиночного гонщика, нежели для пелотона, где каждый пытается оглянуться, поймать струну другого, либо наоборот отсидеться за кем-то из впереди идущих, для того, чтобы не выезжать вперед и тем самым теряют время. В то время как просматриваема трасса для отрыва из 3 человек, для отрыва из 5-6 человек, что гораздо труднее воспроизвести в пелотоне. Ведь если кто-то один не впишется в траекторию, ты представляешь, какое будет домино, как все попадают. Ну и на спусках чаще всего бывают самые тяжелые травмы из-за высоты падения. Бывали даже смертельные случаи,
Достаточно вспомнить Джиро д'Италии и Роутера Вейланта, его трагическую смерть. Но не будем о плохом, переключимся сейчас на позитивные моменты, на то, как гонщики загорают. И вот как, Атар, ты считаешь, если мы будем возвращаться к истории Калифорнии, то свое название она получила из-за Амазонки, носящая сходное название. Амазонку звали Калифия, и она возглавляла племя из женщин. Если мы будем говорить подробнее, вдаваться в подробности, то это статья из древнегреческой мифологии о народе, состоявшем исключительно из женщин, не терпевших при себе мужей и отдававших рожденных мальчиков их отцам. Как ты считаешь, понравились бы им загорелые парни, крутящие, вращающие педали через их земли? Ну, знаешь, вернись мы в ту эпоху. Знаешь, я думаю, что определенно нет. Более того, насколько мне известно, этот народ был достаточно воинственным, и они достаточно сильно определенно на своих территориях доминировали и не позволяли вторгаться другим, особенно мужчинам, которые действительно были явно не в почете. Ну а столь физически одаренным, выносливым ребятам, которые тут на гонке, я думаю, бы они не были очень рады, так как они могли бы им серьезную конкуренцию в плане своего физического состояния оказать. Но для начала, наверное, само по себе изобретение велосипеда бы для них было бы нечто удивительным и странным. Ну и плюс в то время, я думаю, особо и дорог не было, чтобы на них кататься. Но вообще забавная тема, кстати, продолжая ее, касательно велозагара. Как вообще гонщики к этому относятся? Ну, лично мне кажется, что это, ну, не очень, как мне кажется, эстетично. Понятно, что это естественный процесс, то, что у тебя есть веломайка, велотрусы, какие-то части тела загорают больше, какие-то меньше. Но я знаю, что многие гонщики посещают там солярий, используют специальные масла для загара, чтобы вот этого резкого контраста не было. Ну, а кто-то абсолютно спокойно к этому относится. Ну и сейчас нужно оговориться о том, что амазонам нашим из отрыва остается около 500 метров до Кома, так обозначается горный финиш, всего 500 метров, наверное, 500-600 им остается, потому как некоторое время назад мы видели отметку в 1 километр. И говоря о загаре, да, достаточно вспомнить курсы биологии, на которых нам с тобой говорили в детстве, что нельзя на солнце находиться отдельным участком кожи более 4 часов. Это запредельная доза излучения, угнетающая, ускоряющая ракообразование. Вот. И положительный опыт мне передали австралийцы, велосипедисты из Австралии, в данном случае экс-чемпион Австралии среди андеров Бенджамин Дайбл, с которым мы выступали за единый коллектив, сборную Сан-Марино в команде группы Лупи. Он объяснил, что они мажут не только руки и ноги жирным кремом, специальным велосипедным кремом, но им также понравился выпускаемый на постсоветском пространстве жирный крем, детский крем. Вот. Они мажут не только конечности, но и лицо. И если вы присмотритесь когда-нибудь к лицам спортсменов из циклических видов спорта, то сможете увидеть огромное количество морщин на их лбу. Это касается тех гонщиков, которые пренебрегают верхними уборами, допустим, кепкой, и катаются в одних лишь шлемах. Ну и у пелотона у нас запас в 3 минуты, не сильно приблизился к ним, всего на 15 секунд. Для горы это очень мощно. Ну, и вот отрыв сохраняет это преимущество в 3 минуты перед пелотоном.
хотя у нас остается всего 29,5 километров до финиша. Ну и вот очередной розыгрыш горной премии. На этот раз Хафману никто мешать не стал, и до этого показывали промежуточный зачет горного короля, и Хафман становится лидером его по итогам этого этапа. Завтра выйдет на старт в гороховой майке. Ну, если сегодня, конечно, доберется до финиша, ну, дай бог, что ничего с ним не случится. Понятно, что доберут, но там проиграть так много, чтобы не вписаться в лимит времени, ну, наверное, маловероятно. Так что завтра Хафман в гороховой майке горного короля, но эту майку еще очень серьезно предстоит ему защищать. Менее 30 километров. BMC появляется впереди. А это уже развоз вовсе не спринтерский. Это уже развоз под генеральную классификацию. Решили проверить силы. Тут есть и Роуан Деннис, тут есть и Брэнд Буквалтер. Два гонщика, которые традиционно очень хорошо выглядят на туре Калифорнии. Ну и в конце концов, если Тейлор Финни в этой группе остался, он и поспринтовать неплохо может, наряду с Грегом Ван Аверматом. Ну и не стоит забывать о Самуэле Санчесе, олимпийском чемпионе. Вообще состав у BMC очень и очень приличный. В пилотоне по-прежнему много гонщиков, и вряд ли всех спринтеров получится высадить. Но Кевиндиш уже отстал. Я думаю, что Гроневиген также. Я подозреваю, что для Кристофа также будет крайне тяжело тут удержаться. Но вот Сагана и Кокара из этой группы выкинуть будет крайне проблематично. Хотя BMC, похоже, хотят хотя бы попробовать. Ну, а это Брэнд Буквалтер под капитанским 51-м номером, но объективности ради тут по алфавиту расположены фамилии гонщиков BMC, поэтому вовсе это не означает, что он будет лидером команды. Ну, а нам показывают, да, что вчера он приехал в общей группе, проигрывает 10 секунд, чисто формально 27-я позиция, хотя сейчас, конечно, пока нет разрывов, это никакой роли не играет. Ну, и говоря сейчас о последнем промежуточном, а вернее горном финише, нужно отметить, что Бенджамин Кинг не стал выходить на разборку. Как ты считаешь, может быть, он попытался затаиться и сохранить силы на финальный рывок? Потому что время все еще 3 минуты сохранено, и, может быть, он понял, что взять горность сегодня – это не для него, и, может быть, он захочет уехать в отрыв. Как ты считаешь, проиграв предыдущий горный финиш? Похоже, может быть, он избрал эту тактику? Похоже действительно на то, что Кинг сейчас серьезно рассматривает возможность удержаться в этом отрыве и побороться за победу на этапе. Конечно, выбирая между горной премией, даже майкой горного короля промежуточной и победой на этапе, я думаю, большинство выберет именно успех в рамках отдельно взятой гонки. Поэтому, если Кинг чувствует в себе силу, учитывая, что сейчас продолжает спуск, на котором догонять очень и очень непросто. Действительно, определенные шансы у него есть, и решение в этом плане грамотное. Так что ждем дальнейшей борьбы, ждем дальнейших действий от гонщика команды Кеннондейл. И посмотрим, на что он действительно способен. Индивидуальный ход у Кинга хороший. Для Кинга это 5-й тур Калифорнии в его карьере. Эти дороги он знает уже достаточно неплохо. Ох, опасная ситуация была. Дернул сейчас велосипед один из гонщиков, который в хвосте пилотона находится. Возможно, на камешек наехал или еще что-то произошло. Ну и в этом плане состояние дороги, конечно, имеет большое значение. Опять же, если немножко песок высыпал. Ой-ой-ой-ой, что случилось? Что же тут произошло? И где это? В какой части гонки? Кто-то из пилотона или же еще кто-то? Давайте посмотрим. 132-й номер. Похоже, что это Вильям Барта. И он отстает от отрыва. Боюсь, что уже навсегда. Обидно. Всегда обидно, когда ты едешь в отрыве и нечто подобное происходит. Психологически, в первую очередь, жаль гонщика команды Аксион Хаггинс Берман. Ну и теперь даже не знаю, что ему делать. Добрать будет крайне тяжело. Ну вот о состоянии асфальта. Опять же, когда немножко песка, когда пыльно, когда и там небольшие масляные пятна. Насколько вообще это опасно? Это запредельно опасно.
Вообще спуск, который сейчас они проходят, тяжел не своими серпантинами и связками поворотов, которые длятся один за другим, а тем, что на разделительной полосе, на сплошной светоотражающие элементы, которые являются очень скользкими, и наехав на такой резиной, на металл, ты, естественно, подскользнешься. А если есть масляные пятна, то есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут было падение. И ушел в кусты у нас гонщик Ская, ударив, скорее всего, ребра. Это Василий Кириенко. По-моему, это белорусский гонщик. Вполне возможно, что повредил ключицу. Она ободрана. Посмотрите, как висит рука. Но надеемся, что без перелома. Но показывает, что также ударился головой. И Атар был прав. Это Василий Кириенко, имеющий 10 секунд всего отставания на вчерашнем этапе и 48 место в общем зачете, но использующий данную гонку наверняка также лишь для подготовки. Ну и надеемся, что с его здоровьем все будет в порядке. Ну очень вот печально. Подслушиваю я моих британских коллег, которые говорят, что Кириенко просто буквально из стали сделан. Но это действующий чемпион мира в гонке с отдельным стартом, не будем забывать. Знаешь, по-моему, все-таки нормально шевелил рукой, и все в порядке с ключицей. Плюс он, если можно говорить тут о каком-то везении, все-таки улетел в какую-то мягкую обочину, где песочек, и так завалился. Особо даже, по-моему, не ободрался, скорее так, запылился. Продолжает гонку, это самое главное. На генерала он действительно тут не рассчитывал. Есть Петр Кенов для этого. Слава богу, обошлось для Кириенко. А вот эти элементы светоотражающие, они мало того, что металлические, они еще и объемные. То есть, если переднее колесо на такое на большой скорости заедет, то это очень-очень опасно. Ну, а тут продолжает получать питание Бенджамин Кенов из машины сопровождения, заодно сэкономил несколько крупиц силы, пока ему эти батончики передавали. Но вообще процесс передачи питания, процесс передачи бачков, насколько к нему нужно привыкнуть, насколько это отрабатывается, и насколько после этого можно продышаться и там сэкономить буквально несколько сил, пока ты держишься. После 140 километров по горным перевалам, естественно, это добавляет, это ликвидирует твою усталость на некоторое время, открывается какое-то непонятное второе дыхание. Но нужно всегда помнить, что время на передачу питания ограничено несколькими секундами. И тут нужно вспомнить термин «боттлстикерство». Это липкий бачок в переводе на русский язык. То есть, когда персонал подает тебе бачок, они пытаются тебя подвести. Тем самым ты должен держать крепко бачок, а тренер или механик, выставивший руку тебе из окна автомобиля, должен его крепко держать, чтобы ты ни в коем случае не упал. Говоря об отдыхе, как такового отдыха нет, хотя были случаи, когда после таких моментов гонщики в отрыве брали и атаковали. Это, конечно, подло. Это не по правилам негласных правил этикета, существующих у нас в пилотоне, которых приличное множество. Допустим, у нас принято не атаковать, не дергаться, когда лидер останавливается в туалет. Или основная десятка общего зачета. Допустим, если мы вспомним Джорджа Хинкепи на одном из этапов тура, он отъехал, потом услышал увидел, а не услышал дым на трассе и вернулся в пилотон. Радиосвязи там не было, и тренеры не сообщили своим гонщикам о том, что предстоит задымленный участок. Хинкепи вернулся в группу, встал на первую позицию и отработал на пилотон, успев проехать до полного задымления трассы, успев помочь проскочить этот участок группе. И вот это на самом деле благородный поступок. Такому примеру, к таким людям, к таким поступкам нужно стремиться и следовать. Да, действительно, это здорово.
Тем временем, кстати говоря, Вильям Барт сумел вернуться в отрыв, и, похоже, его подождали. Как раз одно из таких, можно сказать, правил этикета. Не обязаны были гонщики в отрыве его ждать. И, более того, они за счет этого потеряли, возможно, немного времени. Но понимают они, что, ну, во-первых, из-за механической поломки Барта отстал. Во-вторых, все-таки он включается в смены, он помогает им. И, может быть, уехать вдвоем не так эффективно, как потерять 15-20 секунд и попробовать дальше работать втроем. Так что Барта вернулся и сейчас достаточно качественно. И отрабатывают за 22 километра 2 минуты и 35 секунд. Все далеко не однозначно. Ну, а это Василий Кириенко. К нему опустился один из гонщиков команды Sky. Ну, вроде как вращает нормально. Но чуть-чуть правую руку, по-моему, подламывает. Но хотя приложился на левый бок. В том числе, может быть, и головой. Но вроде все в порядке с ним. По крайней мере, внешне он, ну, так спокойно разговаривает. И дай бог, чтобы для него все обошлось. Ну и вот пилотон. Пилотон все еще многочисленен. Высокий темп в основной группе сейчас. Понятно, что отпускать этот отрыв никто не хочет. 20 километров до финиша отсечка, хотя графика нам выдает 21,5, что еще остается. Ну, может быть, погрешность графики, может быть, погрешность немножко организатора. Чуть раньше времени табличку поставили. Не так это важно. Да, спуск уже не такой крутой, тут уже надо подкручивать, но, тем не менее, скорость высока, и, опять же, на таком участке добирать очень непросто. Посмотрим, как пилотон с этим справится. Пока при текущей тенденции шансы отрыва выглядят очень и очень неплохо. Ну и видим мы, что подключается сразу несколько команд к преследованию, понимая, что судьба этапа далеко не однозначна, и просто так сдаваться вот эти ребята не собираются. И соглашусь вот как раз той твоей гипотезой относительно того, почему Кинг не боролся за горную премию. Вполне возможно, что Кинг рассчитывает на победу в рамках этого этапа, и я бы сказал, что он из этой тройки является фаворитом. Ну и если посмотрим сейчас на его посадку и на то, как спокойно он берет бачок, чтобы пить, ведь их темп достаточно высок, и дыхания может не хватить, а всегда нужно помнить о том, что вода, всегда поступающая в твое горло, сбивает дыхание, в связи с чем сначала увеличивается пульс, хотя от природы нам дана возможность, получая воду, наш сердечный ритм успокаивается. Ну и возвращаясь к тому, что он пьет воду, можно сказать, что он чувствует себя хорошо. Нельзя сказать, что прекрасно, но хорошо точно. И сидит он сейчас, не дергаясь. Хотя наверняка, выйдя на смену, будет показывать, что он устал. Не будет выкладываться, потому как подразумеваю, что его хитрость сегодняшняя заключается в отъезде, в финальном отъезде. И 2.35 на таком рельефе – это приличный запас. Можно сейчас сделать ставки 50 на 50, что финиш сегодняшнего этапа все-таки будет из отрыва. Финиш победителей будет из отрыва. Да, и продолжается вот такой вот спуск. Мы видим, что особо подкручивать даже не приходится гонщикам в отрыве. И это подкручивание сугубо такое, ну, в качестве поддержания скорости. То есть тут на максимальной передаче уже проходит эта работа. Ну и вот Кинга смены, конечно, очень хороши. Он здорово умеет управлять корпусом. Он бросает камнем буквально так корпус в поворот, дополнительное ускорение тем самым получая. Но вот тут уже более ровная местность. Но при этом-то остается в районе 17-18 километров до финиша. А преимущество отрыва неизменно. Очень серьезная ситуация. И как бы сейчас пилотон не остался
Без победы на этапе, обратили внимание, вперед вышло сразу несколько представителей российской команды «Катюша». И, судя по всему, Александр Кристоф, норвежец, лидер российской команды «Катюша», спринтерская надежда, главное, сумел выдержать эти подъемы, остался в пелотоне. И в таком случае, конечно, если удастся добрать отрыв, у него хорошие перспективы. Но, опять же, это если. Если догонит, если получится, то тогда сразится Кристоф с Саганом и Кокаром в первую очередь. Но догнать-то не так просто. Ну вот сейчас обновленные данные. Минута 55. Вот так резко скачет у нас графика. Ну, что поделать. Самый, наверное, грамотный план в этом плане вертолетный. Более объективную оценку какую-то можем мы получить. А так приходится доверять тому, что видим на наших с вами экранах. А видим мы, что за 16,5 чуть более километров до финиша остается минута 55. И это все равно очень много на такой вот холмистой местности, где много спусков, добирать ой как непросто. Ну и сейчас и Тинькофф, и Катюша, и Direct Energy включаются в преследование. Надеюсь, что все-таки слишком сильно наелись ребята в отрыве, и полностью на оставшиеся 16 километров их не хватит. Плюс BMC помогает активно. Ну и посмотрим. Посмотрим, чем все это завершится. Длинные прямые, широкое полотно. И это все говорит о том, что догонять в целом не так трудно сейчас, как было до этого. Но догнать-то надо прилично. Отыграть нужно достаточно большое количество времени. Ну и далеко не факт, что у пелотона это получится. Люблю я такие этапы. Наверное, и ты, и зрители наши согласятся со мной, что когда главная, вот базовая такая интрига велоспорта, доедет ли отрыв, сохраняется до самых последних километров. Да, это действительно самые крутые, самые зрелищные этапы. Ведь нужно понимать, что для того, чтобы догнать на равнине, где у нас есть, у группы есть больше шансов, чем на подъемах, на более тяжелом рельефе, необходимы люди большей комплекции, более плотной комплекции, с широкой костью, упитанных, как только не называют, спринтеров и гонщиков равнинной спецификации, для того, чтобы серьезно нарастить скорость и ее удерживать. Ну а, как мы уже с вами увидели и смогли понять, их практически сейчас не осталось, судя по тому, какие люди, какие серьезные люди поотставали в начале самых тяжелых перевалов. Да, действительно, ситуация крайне любопытная. Минута 40 за 16 ровно километров до финиша. Катюша диктует высокий темп впереди, и мы знаем, что Катюша умеет догонять отрыв, умеет строить спринтерские поезда. Вчера все было неплохо до последних, наверное, где-то 300-400 метров, когда Кристофа затерли, и в итоге у него не получился финиш. Сегодня совсем другой день, другая история, и надеемся, что сегодня все будет гораздо более качественно. Что касается самой гонки, то, конечно же, сейчас внимание гонщиков в основной группе запредельное. Сейчас уже начинается не только борьба за то, чтобы догнать отрыв, но и выбор позиций. Пора спринтерским коллективам своих основных козырей, своих основных гонщиков, финишеров подтягивать головку группы. Ну а отрыв находится на чуть ли не последнем холмике сегодняшнего этапа. Соответственно, последнее такое тяжелое испытание в плане восхождения вверх для отрыва. И как же сейчас сильно заламывается Эван Хаффман, совсем ему тяжело приходится. Кинг выглядит посвежее. И, возможно, сейчас как раз та самая оптимальная ситуация для него, чтобы попробовать одиночный рывок, такую одиночную короткую разделку на 14 с лишним километров. Это не так много. Опять же, если он чувствует, что его напарники по отрыву уже недостаточно эффективны, а нужно сохранять преимущество над пелотоном. Ну, что нельзя сказать о Кинге, так это то, что он сможет точно выбрать нужный момент.
судя по тому, что он потратился прилично сегодня и на горном финише, и на сменах, которые он начал в начале перевалов завышать, удлинять по времени, по их объему и на приличной интенсивности, то можно сказать о Петре Сагане, о том, что начиная с юниоров он доминировал и в классических, и в многодневных гонках, начиная с Кубков наций, он показывал очень высокие результаты, будучи одним из главных претендентов, оппонентов нашего Сергея Помощникова, гонщика, завершившего карьеру в этом году и присоединившегося к протур команде «Катюша». Так вот, Саган, он универсален, и мои слова подтверждает его победа на туре Калифорнии прошлого года. То есть он может и оттерпеться, даже неправильный глагол я сейчас применил, ни в коем случае не оттерпеться. Он умеет грамотно разложить силу на горе, в нее заехать и после этого побороться со штатными спринтерами. Запросто сможем подтверждение моим словам также найти в пяти полосках, которые он до чемпионата мира будет возить на своей груди и спине. А возможно, я говорю и после. Сейчас о майке чемпиона мира. Возможно, и после, учитывая, какой хорошей форме Саган в этом году, вполне есть вероятность, что и в этом году Саган чемпионом мира станет. Опять же, учитывая его многофункциональность, практически любой маршрут чемпионата мира ему подходит. И ну вот за последние лет 10, даже вот сейчас я подумаю, ну, наверное, разве что чемпионат мира в Тоскане, который во Флоренции проходил, уж слишком был он сложный технически для Сагана. И то это такой большой вопрос. Если он в лучших кондициях, он и на нем, наверное, мог бы претендовать на победу. Ну а так, не будем забывать, что в этом году еще Олимпиада, и там очень интересные маршруты и с брусчаткой, и с подъемами. Все это в Рио будет в августе. Ну и, конечно же, любопытная ситуация. Не так часто рождаются гонщики калибра Сагана, которые способны бороться за победу практически на любом рельефе. Посмотрим, что получится сегодня. Пока у нас 13 километров до финиша, все чаще и чаще мы будем об этом говорить. И графика дает нам минуту 40 отставания. Хотя мне кажется, что уже поменьше. На самом деле, еще один такой холм, это не категорийный подъем. И Саган в первой половине группы располагается. Не так легко ему сейчас, не так много помощников осталось. Но он терпит, он держится. И держится достаточно большое количество гонщиков в этой группе. Я думаю, что развязка этапа должна получиться очень яркой. Ну а нам показывают напоминание организаторы данного события, данной многодневки, о том, что Саган обладатель сразу двух побед на прошлогоднем туре Калифорнии. И представляете, всего двух побед, двух золотых медалей на двух этапах ему хватило для того, чтобы одержать победу в генеральной классификации. Ну и минута 40, несомненно, это все увеличивает шансы на доезд на сегодняшнем этапе, доезд трех гонщиков до самого конца. 12 километров, меньше пятнашки, меньше дистанции, на которой большинство из гонщиков, обладающих маломальским индивидуальным ходом, могли оторваться от своих преследователей и нарастить преимущество. Но пока Бенджамин Кинг у нас не рискует, кто знает, может быть, он ждет какого-то определенного пупочка в конце гонки. В любом случае на равнине он, наверное, атаковать не будет, если только мы не будем вспоминать финишный спурт, финишный рывок Александра Винокурова на Олимпийских играх, когда он воспользовался моментом, увидев, что его партнер по отрыву,
Атар нам напомнит сейчас. Да, Ригоберто Уран, это был колумбиец. Напомнит сейчас в точности эту ситуацию. Как там было, расскажи, а я там, в случае чего на самом помогу. Деле, очень такая, одна из самых нестандартных гонок, не очень логичных. Все пытались избавиться от спринтера, в первую очередь от Кевендиша, и поочередно отъезжали от пилотона в отрыв. В итоге впереди образовался, так сказать, вообще другой пилотон, там гонщиков 30 было. Из него пошли атаки на последнем круге, отъехали Винокуров с Ураном, и вот на последней прямой, когда Уран готовил свое финишное ускорение, оно у него, кстати говоря, на высоком уровне, он оглянулся посмотреть, где там позади него находится Винокуров и как далеко основная группа, точнее не основная группа, а преследователи. И в этот момент, пока он оглядывался, Винокуров рванул с другой стороны, не дожидаясь таких привычных метров для розыгрыша спринтерского финиша, то есть там отметки 200-300 метров до финиша, он пошел чуть заранее. И когда Уран понял, что Винокуров атакует, было уже слишком поздно. Был просвет, сесть на колесо не получилось. И вот так вот красиво Александр Винокуров, ныне генеральный директор команды «Астана», одержал победу на той Олимпиаде. Ну да, и такого мгновения, на которое зевнул Ригоберто Уран, было достаточно Александру Винокурову для того, чтобы удержать метры, набранные после рывка, и одержать эту блестящую победу, между прочим, в 39 лет. Очень многие уверены, что если твой возраст приблизился к 25 в циклических видах спорта, то все, ты постарел, из тебя сыпется песок. Атар знает и понимает сейчас, о чем я говорю. Я говорю сейчас о словах не совсем образованных людей, либо от диванных аналитиков, которые совсем не разбираются в спорте. Что нельзя сказать о велосипедном спорте, о лыжных гонках, о плавании, где выносливость — основной показатель, необходимый для жизни в данном виде спорта, развивается лишь после 30 лет. Хотя скоростные качества, конечно, становятся хуже, чем у молодого поколения, из-за изменений генетических на клеточном уровне, из-за того, что у молодого, конечно, поколения, у молодежи гормональный фон гораздо выше. Ну да, и это много подтверждений мы наблюдаем подобных. Спринтеры после 30 уже не так здорово обычно смотрятся, а вот генеральщики иногда только раскрываются в этот момент. И сколько уже победителей Тур де Франс возрастных за последнее время мы видели. Это и Уиггинс, это и Кэдл Эванс. Так что да, действительно, такой элемент присутствует. Хотя есть и такие уникумы, как тот же Саган, который там чуть ли не с 19-20 лет в профессиональном уровне всех разрывает. Ну и посмотрим, как Саган после 30 будет смотреться. Будем надеяться, что ничуть не хуже. 45 секунд, последняя информация. Ну и уверен я, что Саган сейчас схватил, перебиваю Атара, извиняюсь перед ним и перед нашими телезрителями. Саган достал сейчас из кармана какую-либо кофеиносодержащую, либо аналог субстанцию для того, чтобы помочь энергетическим центром вытянуть последний гликоген из мышц для того, чтобы собраться на финиш. Ну и вот, вы видите подтверждение моим словам. Он что-то сейчас скушал. Не обязательно это какой-либо раствор. Может быть, это был и гель. Но в основном спринтеры применяют для того, чтобы запустить последний энергетический пучок, и необходимое для этого время примерно за 15-20 минут, кто-то за 25, у каждого, опять же, это время строго индивидуально, для того, чтобы выпить и настроиться на финишный рывок. Ну и произошла определенная у нас разборка сейчас в отрыве, виднеется догоняющая группа преследователей на их фоне. Ну и за такое количество, за малое количество километров у лидирующей двойки всего 40 секунд. Да. Посмотрим, что из этого получится, ведь до финиша всего 8 километров. 8 километров и 600 метров уже. Ну, знаешь, остается. Тут даже
как таковой разборки не получилось. Просто на одном из подъемчиков, таких холмиков, ускорился Кинг и не выдержал этого ускорения Уильям Барта, отстал. А вот Эван Хоффман зацепился и сейчас проводит также смену. Была длинная прямая, пилотон хорошо видел группу отрыва, что их вдохновило. 40 секунд остается, как ты правильно заметил, примерно за 8 километров до финиша. Но сейчас спуск. Сейчас будет спуск, на котором отыграться сложно. Я уверен, что вот эти ребята все еще верят в свой успех. Ну и не время сейчас садиться на раму. Сейчас нужно давить педали до последнего, дабы прорваться, дабы заполучить шанс, подаренный судьбой и велосипедной карьерой, чтобы подняться на первые две ступени пьедестала. Эти ребята сейчас не должны отсиживаться на раме вот в такой вот аэродинамической посадке, помогающей гонщикам в середине, в начале гонок, но никак не в конце, когда, скорее всего, они очень устали и пытаются на последних километрах гонки, пытаются сэкономиться, пытаются сохранить силы на финальный рывок. Но когда время такое малое, когда пилотон вот-вот тебя нагонит, и да еще и может проглотить, так что ты можешь не попасть в десятку после стольких усилий и стараний, нужно брать волю в узду и начинать ускоряться, начинать выдавать все, к чему ты готовился столько лет. Но я вот думаю, что сейчас как раз должны активизироваться ребята. Сейчас все-таки градиент позволяет терять не так много относительно скорости, используя вот эту относительно аэродинамическую посадку. Хотя все равно крутить было бы эффективнее, как ты правильно заметил. Пытаются эти силы сэкономить, чтобы хорошо сработаться на более пологом участке. Ну и вот начинает Хоффман подкручивать. Я думаю, сейчас подключится и Кинг. Ну и вот решающий момент сегодняшнего этапа. Есть у них в запасе, как нам пишут, 40 секунд. Но вот мне кажется, что уже на самом деле и поменьше. Смотрим вертолетный план. Хорошее качество полотно. Машин уже между пилотоном и отрывом никаких нет, кроме одной, по-моему, судейской. Ну и, соответственно, сейчас главная интрига, сейчас развязка. Ну и не исключаю я возможность, что я мог ошибаться. Наверняка они сидели в этой посадке не потому, что они устали или хотели сэкономиться. Посмотрите, как близко к ним едет мотоцикл оператора, что оператор снимает практически, видно не только их очертания, но и видно, грубо говоря, все складки на лице. Целиком полностью видно и название спонсоров на форме обеих, на форме обеих команд, которые они представляют. Ну и наверняка они поймали просто аэродинамическую струю, удержаться в которой было проще, сев на раму. Поэтому заочно у них извиняюсь, у этих ребят. Наверняка, если вы сейчас посмотрите с вертолетного плана или посмотрите на нынешнюю картинку, вы поймете, что я был прав. Потому что они сидят четко за мотоциклом. И дистанцию, которую нам необходимо держать, либо 25 метров сзади, либо полтора метра спереди, полтора метра слева, либо справа от гонщика. Причем сторона, с которой ты должен находиться, должна не прикрывать тебя от ветра. То есть сторона должна быть невыгодной. Да, но вот для того, чтобы не чувствовать прибавку к своей скорости. Ну вот в этом плане, конечно, операторы бывают, что помогают гонщикам в отрыве. Хотя, обратите внимание, пилотонный тоже оператор едет совсем рядом. Но тут не нужна дополнительная какая-то аэродинамическая струя. Тут и так едут достаточно быстро, и свежих сил хватает. Ну а Кинг с Хоффманом рассчитывают все же победить, рассчитывают все же сегодня доехать до финиша первыми. Ну и давайте смотреть за 4 километра до финиша, насколько далеко пилотон. Предлагаю не обращать внимания уже на графику, она тут уже такого большого значения не имеет. Просто смотрим на группу отрыва, смотрим, где там позади пилотон, появляется или нет. Но, по-моему, Кинг очень поверил в шанс этого отрыва, и как же обидно, если они доедут, но кто-то ведь один из них должен проиграть.
играть, и это всегда очень неприятно. Это все-таки не Олимпиада. Тут хоть и награждаются первые трое на этапе, но все-таки в велоспорте в рамках отдельно взятого этапа есть первое место и все остальные. Ну и единственная актуальная рекомендация для гонщиков в таком положении, в таком опасном положении, с таким небольшим запасом до финиша, является ставить побольше и крутить почаще. Это прописная истина. Неважно, как держать руль, как удобно. И самое главное в данной ситуации не ждать, пока тебе дадут смену. Если тебе не принципиально, конечно, ступень пьедестала, на которую ты выйдешь, а выходить и брать смену самому для того, чтобы помогать партнеру. Ну и видно, что Кинг сейчас свежее своего помощника по отрыву, но тем не менее он, посмотрите, видите, он не хочет выходить, не хочет наращивать скорость, что значительно увеличило бы их шансы, потому что в режиме в паре гораздо эффективнее, чем в одного сейчас им сработаться хотя бы до последних 500 метров, может быть, километра, а уже там разобраться. Хотя Бенджамин Кинг понимает, что в своей комплекции он гораздо суше, он по комплекции проигрывает Хафману. Проигрывает Хафману, и ему проще будет, скорее всего, отсидеться в том режиме, который он сейчас демонстрирует, и врасплох застать Хафмана за какое-то время до финиша, а не вплотную, где дело будет решаться только лишь за счет спурта. Катюша и Direct Energy пытаются отчаянно добрать гонщика впереди, но остается совсем мало времени, остается совсем мало километров до финиша, и виднеется уже вдали Фламруш, вот этот вот красный треугольник, красный флаг, который символизирует о том, что начинается последний километр дистанции, и он, конечно, очень мотивирует гонщиков в отрыве. Они пока работают сменами, хотя уже с оглядкой. Они понимают, что шансы их сейчас очень велики, и пытаются присмотреться, кто как себя чувствует. Внешне мне кажется, что, опять же, Хафман более резвый парень в финишном спурте, но учитывая, сколько километров они провели в отрыве, многое будет решать просто банально то количество сил, которое у каждого из гонщиков осталось. Ну и сейчас, конечно, мне бы очень хотелось на их месте поставить все, что справа, и начать продавливать мышцами, опустошенными за сегодняшний этап и за почти 300 километров совместно двух этапов, начать продавливать передачу для того, чтобы иметь шанс побороться, все-таки оставить этот шанс и оставить всю проделанную работу с пользой завершить сегодняшний день. Ну и Бенджамин Кинг все-таки нам демонстрирует. До последнего он не хочет атаковать, до последнего он хочет отсидеться, хотя уверенно вам говорю то, что он сейчас свежее Хафмана. Ох, далеко пелотон, не догонит пелотон, и уже об этом можно говорить как о свершившемся факте. Последний километр дистанции, и Кинг, конечно, хитрец. Кинг немножко встряхнул так ноги. Кинг и машет головой, нехотя выходить на первую позицию, нехотя помогать Хафману. Но тут уже не нужно. Хафман тоже уже работает далеко не на максимум. Тут пошли такие трековые разборки, спринтерские чисто. И тактически также важно оказаться на колесе, и поэтому нежелание Кинга выходить вперед вполне понятно. Пелотон, казалось бы, уже совсем близко, но до финиша остается менее 500 метров. Эти ребята должны дотерпеть. Если они сейчас не доедут до финиша первыми, это будет исключительно их ошибка, но она не должна произойти. Начинается разборка между Хафманом и Кингом. Хафман первый открывает спринт, но слишком заранее, как мне кажется. Кинг будет пытаться выйти с колеса. Хорошо попадает в слипстрим, начинает выходить. И Бенджамин Кинг выйдет или нет? Ух, какая напряженная развязка. Все-таки выходит. Бенджамин Кинг победитель второго этапа. Ну что ж, круто было. Хотя интрига сохранялась до самых последних сантиметров. Потому что ракурс оператора
представлявшего нам финишный спорт, был не самым выгодным для телезрителей. И им казалось, что Бенджамин Кинг все-таки не выйдет. Ну и ты видел, Атар, как всего за километр он склонял свою голову, пытаясь спрятаться за пятую точку Хафмана, пытаясь сэкономиться до конца. Тем самым он дал все-таки своим мышцам, потратившимся за этап, за горные промежутки, чуть-чуть подвосстановиться. И как хорошо, что мы сегодня с тобой не оплошали. Точнее, я угадал с прогнозом, а ты меня поддержал, что Хафман полез на последний горный финиш, а Бенджамин Кинг не полез для того, чтобы сэкономиться и поехать на генерал, поехать на этап. Да, ну и вот что касается Хафмана, то слишком сильно ему расстраиваться тоже долго не придется. Скоро он поднимется на подиум за своей гороховой майки лучшего горняка. Ну а Кингу достается этап, и это, конечно, самый большой кусок пирога, который он отхватил. Исключительно тактическая победа. Кинг не был быстрее в спринте номинально, но он выждал нужный момент и, хоть и с колоссальным трудом, но вышел с колеса и одержал эту победу. Забавный эпизод. Третьим, по-моему, финишировал Александр Кристоф, норвежец из российской команды «Катюши». Кто-то из российской команды, видимо, не понимал, что впереди еще находится отрыв, и начал праздновать победу своего напарника по коллективу, хотя на самом деле, конечно, он не выиграл, а был всего лишь третьим. Ну, бывают и такие забавные моменты. Бывало, что за круг до финиша начинали праздновать победу, хотя впереди еще целый круг оставался. Всегда с иронией, с юмором к таким ситуациям мы подходим. Ну и можно вспомнить один из самых ярких случаев из прошедших сезонов. Гонщика Ивана Балыкина, выступающего сейчас за Европа Авини, бывшего гонщика «Газпром Русвела», как он за круг также праздновал победу. И нам показывают сейчас протокол финишный 3.52 у Бенджамина Кинга с отставанием в 0 секунд ему проигрывает Эван Хафман, Александр Кристоф третий, вырвав победу из пелотона, Петер Саган четвертый, Никола Бонифаца пятый, шестой Дань Ван Попел, седьмой Патрик Бевенс, восьмой Натан Хаас, Брайан Кукарт девятый, Атар был прав, и десятый? Ну, не так важно, на самом деле, кто там был десятым. Многие спринтеры